Предупрежден, значит вооружен. С приходом весны на дачных участках активно идут работы по уборке территории. Жители жгут листья, убирают сломанные ветки. Опасным исходом может стать пожар. Управление по чрезвычайным ситуациям города Петропавловск проводит рейдовые мероприятия по предупреждению пожаров. Подробности далее. С 12 апреля представители управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловск проводят на ежедневной основе рейдовые мероприятия. Сотрудники обходят дачные участки и частные секторы города, проводят разъяснительные работы и раздают памятки по мерам пожарной безопасности. По сжиганию травы, что хотелось бы сказать, сжигать траву нужно на расстоянии от 50 метров от зданий и строений, вообще в принципе сооружений. Лица, которые допускают сжигание рядом, допустим, со строениями, с хозяйственными постройками, с соседних жилых домов, они привлекаются к административной ответственности. Алексей Егоров проживает в Заречном поселке. При уборке двора мужчина в строгом порядке сжигает мусор и сухие листья в бочках. По его словам, это пожароопасная зона. Если огонь возникает, то перейдет быстро на другие объекты. Алексей призывает жителей города соблюдать меры безопасности. Ну вот, мы здесь мусор сжигаем под водой, под контролем, и все. Больше у нас здесь нечего, сжечь нечего. Все. Здесь зона особенно опасная в пожаре. Чуть не так, все сгорит сразу. Пускай, конечно, смотрят за этим. Дачные участки, частный сектор микрорайонов Заречный и Подгора чаще всего подвержены возгоранию. Чтобы избежать пожара, необходимо в обязательном порядке сжигать мусор и траву в бочках, иметь на участке необходимый запас воды. Айман Кузимбаева, Адиль Нуржанов, служба новостей.